Всем привет! С вами я, Супер! Мы будем играть в игру под названием «Счастливая обезьянка 2». Это вторая часть. Я думаю, полное прохождение сделаю сегодня. Я сегодня скачал Bandicam, это замечательная штука. Она теперь будет записывать звук игры. Это замечательно, сейчас я фоткну. Чтобы логотип для видео. Ну, значит, давайте начнем играть в эту игрушку. Финал стейки есть. Начнем с первого уровня, как обычно. Версия 1.4. 1.4. Значит, тут теперь будет такая несчастливая обезьяночка и малыш. Давайте начнем первый уровень. Как видно, надо тут надо вот это убрать. И нажать на огонь. Давайте начнем следующий уровень. Первый уровень закончен, давайте второй. Как видите, тут надо попасть по снеговику. Нажимаем сюда. Вот видите, как спустилось, нажимаем на это. Вас сломали снеговика. Все рады, смешные. Вот даже маленький милаш, блин, вот такой. Ладно, давайте следующий уровень. Вау, тут как темно. Берем, думаю, палку, вот это, и смазываем на вот такое, это сюда ставим, потом камни берем, зажигаем вот сюда. Ну, это понятное дело, все. Я хит, смотрите, не страшно нам. Четвертый уровень. Здесь надо конь положить, а где монетка? Вот монетка, монеточку положим, 2 цента. Старт. Давайте сейчас я посмотрю всего что на одну секунду, простите за это. Всего что одна секунда, и все. Все, я понял, ребят. Значит, вы пишете на первое слово. Вот смотрите, это уже второй. Вот смотрите, вот пишите Е, Г, Г, П, Л, А, Н. И тут Т, все. Вот во втором сейчас. Я нашел сайт их. Оно будет внизу в описании ролика. Кто не может пройти книгу. Значит, Пинеасу. Пиня. Тут. Пиня, по-моему, да? Е. Да, я нашел решение все-таки, и с ним можете пройти. Пинин, да? Пиня, упс. Пиня. П, понятно. Пиняп. Ле. Вот, стоп. Сейчас я вам покажу. Ле, все. Сюда, ле, все, пошли. А тут, как видите, уже посложнее. Надо вот тут смотреть сейчас. Сетра. Сетра.
Ре где? Ре, а? Ра, в. Би, дальше как? Т. Т пишем. Т, е. Просто кликаем на эти буквы и вот Т нашли. Дальше как? Р или Ай лес. Ай лес. Сейчас случится еще. Стоп, я правильно написал? Стра. Ну сейчас, подождите, у меня случится дом. 5 секунд. Вот все. Мы, вот я собрал. Вот как видите, стра. Ве. Ну как, что-то написано, ладно, все, пришли. 7 уровень. Вот нужен. Вот, как видите, еще один скинчик. Значит, да, тройка. Это четверка. Это четыре. Пять, по-моему. Это пять, поисковик и лопата. Вот, нашли и копаем. Загрузится, ставим. Вот, все нашли. Берем ключик, копаем лопатой эту часть, ставим лопату, берем кейс, ключик и открываем. Все, золото мы нашли, золото. Вперед. 11 уровень. Вот, тут это, думаю, нам иголка нужна. А, это надо машину загрузить. Видите, она зашла. Без шин. Логики нет, ну ладно. Надо клону позвонить, по-моему. Трол где-то надо найти. Ночью нашли. Трол нашли. Отключаем ключи. Звоним. 0, да? 8. Стой. 0, 8, 0, 0. 0, 8, 0, 0. Ну а теперь что? Давайте еще раз. Что-то как странно. 0, 8, 0, 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Ничего не понятно. Давайте сейчас посмотрим. Тучи, камень. Thank you.
What? Стойте, стойте. Я как понял, надо сейчас обратно платить. Дальше как? 2, 5, 6, 9, 6. О, клоун нам ушел. Вау, это прикольно на самом деле. Ну я не знал, что откуда эти цифры, но я думаю 0, 8, 0, 0. Ну ладно, давайте 15 уровень. А, тут нам говорят, найди шарики. Окей, шарики сейчас найдем. Ищем хорошенько. Шаричек. Шарик. Шарик. Значит, надо тут найти шарики. 30 штук. Шарик. Шарик. Замечательно, что мы ищем шарики. Раз. Уже 21. 24. Один шарик надо найти только. Вот, все. Полностью собрали шарики и все. Остался несколько уровней и все. Понятно, давай дальше. Раз. Раз нажимаешь. Сюда раз нажимайте, значит, на первый. Раз, два. Два раза. Раз, два. Дальше как? А, вот! ЕС, В. Раз, два, три. Три раза нажимать. Ну, это раз, два, три. И все. А тут пазл. Ну, думаю, тут этот пазл как в первом уровне. То есть на первой части как. Тут уже бизнесмен, обезьянка. Все, собрали. Выиграли. И финальная стадия. Ой, надо за 180 секунд. За 180 секунд надо собрать быстро шарики. Давайте быстро, 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 быстро. А тут что? What the fuck? Непонятно, ребят. Ё-моё, надо быстро-быстро собирать. А вот тут написано. Первое. Шарик должен быть. Кубик. А тут треугольник, все. Три шарика, ключ. От чего-то давайте быстро собирать. С первого раза я должен хотя бы открыть. Везде шарики, яйца пасхальные. Пасхальные яйца. Давно была пасхалка, то есть. Ну ладно, давайте собирать.
меня там. Да мы быстро собираем, ребят. Быстро нажимаем на все. Это еще из первого раза делаю, ребят. Все, даже камень откуда взялся. Ё-моё! Ё-моё! Я так и догадался, что камень нужен, чтобы стекло забить. Но не настолько быстро, надо все собирать. Ай, давай, 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 давай. Еще что остался? Ой, а я не знаю, что еще осталось. Где еще последнее яйцо? А вот еще капец! Ё-моё! А я ищу, а тут все кликаю и тут сверху, давай, все. Есть, выиграли. 180. Блин, ой, моя рука болит. Ну ладно, тогда буду на этом заканчивать. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на мой канал, оставлять комментарии, не забывайте еще лайки оставлять. Лайк на это видео, если вам, конечно, понравилось. И подписаться на мою группу ВКонтакте будет внизу в комментариях и в описании видео. Ну ладно, за 16 минут почти прошли эту полностью игру. Ну а с вами был я, Супер. Всем удачи, всем пока.